Здравствуйте. О метео и астропрогнозах на четверг расскажу вам я, Александр Азарный. 29 ноября, по данным сайта Гизметео, в Северодвинске ночью ожидается минус 11 градусов. Днем температура опустится до минус 15. Малооблачно, возможен небольшой снег. Ветер восточный, юго-восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться и к вечеру составит 773 миллиметра ртутного столба. Для тех, кто следит за приливами и отливами, сообщаем, в четверг малая вода будет в час ночи и в 13:28. Полная вода будет в 6:53 и в 19:04. Долгота светового дня составит 5 часов 16 минут. По народному календарю завтра день Матвея. Если 29 ноября подуют сильные ветры, ожидайте прихода вьюг и метелей аж до 19 декабря. Астрологи говорят, завтрашний день станет удачным для физически активных людей. В связи с высокими минусовыми температурами началось быстрое образование ледяного покрова на водоемах и реках. Будьте внимательны и осторожны. А Небесная канцелярия желает вам хорошего настроения и успеха во всех начинаниях. До свидания.